Ну что, блядь, паника усиливается. Я доехал до заправки, стою. Уже и драки были. Уже, короче, все полным ходом, все в нервах. Вот такая ситуация на заправке. Я стою здесь минут 40. Народ все с чемоданами идет. Ну, все перебираемся ближе к убежищу. Вероятность, короче, что бомбить будут маленькая, но все-таки держитесь ближе к убежищам. Потому что всякое может быть. Главное, сохраняйте спокойствие. Вся это, конечно, паника, но я уже подуспокоился. Запаситесь валерьянкой. Фу. Мы это все переживем. Ничто не длится вечно. Вот люди на чемоданах. Ну, куда-то ехать смысла не вижу. Говорят уже, что десант в Одессе это фейк. Как оно есть, непонятно. Десант в Харькове это тоже вроде бы фейк. Но кто конкретно говорит, где фейк, не ясно. Поэтому мы победим в любом случае. Украина победит. Все будет хорошо.